Это юниорские заезды. Возраст участников от 15 лет и старше. Сюда, в Сочи, саночники приезжают уже не первый раз. И тренировки проходят на Олимпийской санно-бобслейной трассе, и сами соревнования. Представлено 7 регионов России. У нас проходит молодежный кубок. То есть у нас соревнуются юниоры, то есть, и подростки, юноши. Юноши, девушки, экипажи. Некоторые ребята только начинают кататься, некоторые уже подходят к уровню юниорской сборной. Но чтобы попасть в юниорскую сборную, необходимо показать лучший результат. Первыми соревновательными заездами участники вполне довольны, как и самой трассой. Гладенько, самое главное, ровненько. И скорость можно набрать тут. Так трасса нормальная. Сани одноместные и двухместные. Перед стартом их тщательно готовят, накладывают на полозья специальную пасту. Зашлифовывают все неровности в полозьях. А саночники тем временем и морально, и физически настраивают себя на вторые заезды. Победители будут определены в индивидуальной и командной дисциплинах. Красноярский край представлен на молодежном кубке достаточно солидно. Это все воспитанники Академии зимних видов спорта. У себя на родине они могут заниматься ограниченное количество времени, пока лежит снег, поскольку трасса открытая. Здесь она искусственная, здесь искусственное морожение идет, а у нас она из натурального снега лепится. И у нас еще, вот, если снег вот уже выпал, значит, уже только начали готовить трассу. Она будет еще где-то недели через две, через три, так же и во многих регионах. Олимпийская санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда может быть задействована в течение всего года. И здесь действительно часто проводятся подобного рода соревнования, которые позволяют подготовить российских звезд санного спорта. Именно тех, кто получит путевку в молодежную сборную, на этот раз объявят 14 ноября. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.